Сотня. С воздухом. Тогда я сам беру. Ну Точно, только надо скажи, было что возьмешь. без воздуха играть. С воздухом мы играем. Один герой. Отлично. 10-го левела. Возьми, пожалуйста, Патму или Турена. А, не, ша... А, Патму или Турена. Ладно. Я тут рано возьму. Трепещите, враги! Ну, кто будет антивоздухом? О, давай 200 рабочих пионов. Да какие 200 рабочих? Ладно, ладно. Чё, сделаешь много вертолетов? Ой, ну блин, нет. Давай я лучше что-нибудь танков возьму 10. Танков? 5. Я 5 танков взял. Ну, давай больше тогда, если уж берешь. Вот так-то лучше. Давай 10 танков тогда. 10 взял. Всё. Так, отлично. Я хочу одну дриаду взять. Две возьму. Так, во-первых, Кадои сразу. Давай Химер возьму еще. Давай, давай. Явился по твоему зову. Что бы еще взять? Блин, нельзя посмотреть, что я набрал. Явился по твоему зову. Что-то я их слишком много набрал. Ну ладно, пофиг. Меня тут пытаются чему-то научить. Правильно. Я готова. Самый сильный. Я готова. Чего самый сильный? Герой какой? Shadow Hunter. Знахаря вызывали? Уф, офигеть. Много Тауренов. Немного Тауренов, на самом деле. Все, ну, я набрал свою армию. Я тоже. У меня много лучниц, 2 Кадоя. Чувак, чтобы хилинг-варды поставить. Герой, чтобы неуязвимость сделать. Ну и много диспела. У меня тоже диспел есть. Ну я специально много юнитов построил наземных для того, чтобы... Ты дракончиков-то это, если у них будут маги, ты дракончиков, главное, в яичко сверни. Что, прости? Ну, у него спел. Ого, сколько у Маквилла воздуха, офигеть, воздушный Маквилл. Воздушный поцелуй. Но эти нам не страшны. Вот этих мы вынесем, да? Да фиг знает, блин, грифоны жесткие, пока твои танки у нас будут... 10 танков. Ну да, черт его знает. Просто грифоны-то будут нас бить, пока там твои танки... расчехляться. Ну фиг знает, посмотрим. Ну плюс у нас еще есть эти. Или они по воздуху не бьют? Химеры. Химер не бьют. Лол, а че жалюсь один? Какого черта? А он это... Его, видимо, этот не успел. А кто АФК? Алекс Ланд. Чего? Нет, Алекс Ланд на арене пишет. А, вот, он одного рабочего построил. Ну, давайте, наверное, забаним чувачка, раз он... Ну, я не знаю, жалюсь, поможет, обрадует ли тебя это или нет. Но я его забаню. Да не, у него инвизные войска, это чё? Какие инвизные? Кто, где? Не один рабочий, но он же пишет, он не будет же врать. Ну, не будет. Ну, когда тебе грозит бан, ты что угодно сделаешь. О, это было не так уж сложно. Ладно. У него один рабочий, он еще и врет. Напрачь мой клинок. Сейчас. Так, защищай, главное, моего этого чувачка. Своего героя вперед отправляй. Что тебя беспокоит? О, как раз четкий отряд. Кого? А, мы против этих. Ну, да, что тут думать? Все вперед и все. А, там человек. Один чувак. А, ну да, да, тогда да. Так я и предвидел. Ваш ход. Что приказан? Укажите мне путь. Ты как-то что-то не справляешься с отправкой 8? Я могу служить. Да я расслабился. Расслабился ты? Будить. В чем дело? Когда начинать? Конечно.
Напрачь мой клинок. О, герой тут стоит в стороне. Верно. Ой, что-то... За племя! Что-то как-то далековато я начал. У нас мало времени. Ваш ход. Туран, ты чё? А есть кого воскрешать? Я так понял, других. Я никого не потерял. Сейчас. У меня 74 лимита, значит, я кого-то потерял. Не, ну конечно, 1-2-то. Так, ну давайте прилюдно покараем. Подожди, дай. Может, мы сейчас опять будем. Да, мы опять. Не мы сейчас деремся, да? Нет. Алекс Лэнд, у него еще и этот. 800 пинг. Видимо, а, может, он лагал? Пинг и... помешал ему взять кого-то. Так, ну чё? Фростен Кинг вместе с Хамафом и Диара со своими горными гигантами. Конем. А зачем тебе конь? Чтобы мана у медведя регенилась? Именно для этого. Ну ещё, чтобы создать элементарий перед файтом. Ну элементарий-то да, это... Когда битва 100 лимитов на элементале, самое сильное, что есть на свете. Блин, воздуха столько у Маквилла. Маквилл — воздушный король. Но к такому количеству гиппогрифов, возможно, имело смысл даже вампира взять. Потому что вампир не только кидает голема. Вампир, наверное, один из самых сильных чуваков. Он усыпляет всех. Он может всех сильных героев усыпить. Да, такие масштабные сражения. Конечно, карта шикарная. Ой, Диара, твой конь. Тебе главное Близзард из-за спин юзать, а ты как-то что-то близко подошел. Что-то... Так а у них по воздуху никто почти не бьет. Танки вон. Четыре танка, думаешь, убьют? Танки сзади. Андрей, не делай так, вот как сейчас они делают, что танки так сзади. Да не, ну четыре танка не справятся явно с таким количеством. Твои танки вообще, по идее, там одни из самых первых. Ну блин, танки толпятся, конечно, они с моими туренами будут тупить, туда-сюда ходить. Ну, Маквилл. И Ко Изи побеждает. Ну блин, слушай, я боюсь, что мы отдадимся им. Вот если бы у тебя было вместо 10 танков 40 вертолетов, это было бы норм. Но это было бы читерсом. Потому что 40 вертолетов — это 40 лимит, а 10 танков — это 30 лимит. А, 30? Ну ладно. У меня 2 дряды есть, не падать. А, ну 2 дряды, нет, тогда раз 2 дряды, тогда вопрос снимается, в принципе. Тогда я, Изи... смотри, через Shift прокликаю, чтобы на всех повесить. А, это снова мы? А нет. Напрачь мой клинок. Так, нет. Ну так, что? Так. Меня будить. Ctrl-1. Нормальную форму. Вижу. Мать земля, помоги мне. Диспел. Когда начинать? С мало времени. Все, идем. Что приказа? Не буди во мне зверя. Меня буди сейчас. Уже в пути. Где враг? С удовольствием. Что случилось? Вот оно что. Мать земля, помоги мне. Ты этот, стой так, чтобы под неуязвимостью быть. А что, меня уже... А, меня захиксили, ее просто. Не буди во мне зверя. Кто на очереди? Сюда вон. Меня будить. Я враг. Иду. Блин, танки пипец толпятся, конечно. Не проблема. Блин, мы отдались, походу, да? Верно. Мой лук всегда со мной. Пощады не будет. Танки фиганы, блин. Что приказа? С удовольствием. Ну, они не отдались, смотрите-ка. Живем. С удовольствием. Погиб герой наших соседовали. Я видел это во сне. Вижу. Блин, Таурен вообще разгладняет. Таздинго!
Что тут переварил? О, нормально, с того переварил. Белочку жуй. Енота, оп, ешь. Мы когда играли этот в игру викторинного типа, там была команда ешь енота. Вот, в общем-то, этим сейчас и занялся мой кодой. Нужно змейку поставить. Я думал, мы отдались. Да, кстати, Лол, смотри, у них Турен-то жив, он сейчас же еще возродится, небось. Не-не, он уже возрождался. Земля. Надо его добить, чтобы... Мой клинок. Ого, Андрей хилинг тотем поставил, не может быть. Все, пацаны, сдавайтесь, что мы ваши танки будем 10 лет ковырять. Крови. Я их не сожру. К сожалению. Жду приказа. Не, арчи, конечно, монстры под криком и с кодоем, они очень много дамажат. Но вертолеты все-таки намного лучше танков. Да, я знаю, что он умрет. Знаю. Ну зачем они уводят-то, Лол? Что за идиотизм? Вы что тупите-то? Frozen King. ОМГ. Ну да, давайте бегать танками. Не, ну они сами уходят, конечно. Кто на очереди? С удовольствием. Чё Surrender-то не пишут, я не понял. Хотят ну, больше одного бана в этой игре, дело? Что ли? Как я и предвидел. Я его задиспелю, ну а! Вот оно что. Ну а еще. Вот Лол, еще что. Поехал куда-то. Наградобаш. Сожру. Земля дает мне силы. Оп-оп-оп-оп-оп, замувили. Мать земля, помоги мне. Ну нормально вообще. Танков-то броня здания, они очень долго убиваются. Окей. Окей, окей. Ой-ой. Кого начнем? Так, элементарь. Земля дает мне силы. Не буди во мне зверя. Меня будить? Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Где враг? Сейчас. Ого. Когда начинать? Ну чё, смотри, танками должен ты все хорошо сделать. И юнитов своих еще возьми. Меня будить, Лайта Маркенна. Что приказа? Когда начинать? С кого начнем? Не буди во мне. Ой, они хорошо подпёрли. В чем дело? Ой, смотри, сзади облетают. Ой, твои химер бьют, ёпрсте. Ну, Андрей, подводи химер. Вижу. Сейчас. Таз динго! Алло. О, нормально, нормально бьют. Ой, Лол, мне тоже героя сбрили. Ха, я вообще не заметил. Пощады не будет. Конечно. Вот оно что. Наградобаш. Тебя я вообще все сбил. Ваш ход. Я героя, конечно, по-тупому слил. Очень по-тупому. Это во сне. Оп, сожрали, ушли. Что тебя беспокоит? В чем дело? О, это этот, дохни. Ну что? Ну, слишком сложно. Да, я что-то так следил, чтобы вашего героя убить, а в итоге этот сам сдох. Еще раз? Да, походу еще раз. Если, причем, если вы выиграете, то... Вы выиграете. Справедливо. Да, мне кажется, справедливо. Когда начинать? Кто на очереди? Где вы? Как? Я уже со своими войсками очень хорошо ориентируюсь. Ты, Андрей, главное, химер подводи и держи их рядом с танками, чтобы на халяву не били твои танки. Когда начинать? Не буди во мне зверя. Уже в пути. Будет исполнено. Сейчас. Аз динго! Будет исполнено. Сейчас. Это пипец вообще. У них неуязвимость до сих пор. Блин, сет. Правильные решения. Блин, бесед, конечно, близко. Мало времени. Конечно. Это во сне. То есть это у Рена живу, что ли?
Что тебя беспокоит? Как так? Почему Турен не воскрешается? Немедленно. Че, вроде побеждаем, да? Не? Да. Ну, конечно, моего героя писец зафокусили. Оп, сожрали шамана. Ну что? Не, ну горный великан тут не в тему. Я думал их построить, но они слишком слабые. То есть здесь очень много всегда Туренов. Горные великаны впереди танкуют. Вам нужна моя помощь. Коня забрили. Ого, Андрей, и диспел такой перед смертью. Оп, оп. Вроде Близзард неплохо продевал. Близзард, да, неплохо. Ну, ты убил 6 имущиц. Бедные птички вообще со всех сторон уничтожают. Не, гиппогрифы здесь, конечно, не в тему вообще. Либо брать вертолетов. Нет, тире лишнее. Все, мы выиграли, да? Или еще да, будет с кем-то? Да, выиграли. Да, отлично. Ну, прикольно, 3 игры, 3 победы. Мне уже нравится эта карта. Ну, на самом деле, даже если проигрывал. Очень прикольная карта. Окей, время вампиров.